А вот кто такой, вот кто твой любимый артист или певец вот из российских артистов? Или, может быть, из зарубежных? Мой любимый певец, ну, тетенька с кудряшками, она поет бумкла. Ну, где кто поет толстый, кто поет «Мы встретились в маршрутке», кто еще поет? Егор Крид. Егор Крид? Какие-нибудь песни его знаешь? Какие? Все. Ой, боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. Бум, клэп, та-да-да-да-да, бум, клэп, та-да-да-да. Нет, я песни сходил, не учу. Она любила кофе в обед, и по утрам вкусный омлет. Она любила жить без проблем, меня манила красота колен. Работа 24 часа и добивается всего сама. Но она хитрая, словно лиса. Меня манили ее глаза, меня манили ее губы. Я ее встретил и замер. Меня манили ее руки. До скорой встречи глазами. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама, самая. О боже, мама. Это не шутки, мы встретились в маршрутке под номером 1. Едем и молчим, он говорит: доброе утро. Я не слышу, будто он жал мне руку сильно. А так бывает в лучших фильмах. А какую ты еще песню знаешь? Эй, толстый. За что за песня? Как там она поется? Спой. Эй, толстый. Ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду, ту-ду-ду. Эй, толстый. Ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду, ту-ду-ду. Молодец. Скажи мне, а вот ты знаешь про такую группу The Beatles? Да. Что ты о ней знаешь? Да. Они четверкой ходят. Один на барабане, другой на микрофоне, другой на гитаре, другой на пианино. А вот почему их весь мир так любит, как ты думаешь? Потому что они классно поют. А чем они еще вот запомнились? Ну, они классно поют сильно. Они играют на гитарах, там поют. Я не запомнила, но я попробую запомнить, и потом я скажу, какую запомнила. Ну, я где-то вот про нее слышал, но когда-то, я не знаю, последний раз в 2015. Ну, а она новая эта группа, раз ты слышал в 2015 году, или это старая такая группа? Новая. Новая? То есть там такие молодые артисты, да? Думаю, что да.